А, какой? Ой, я что-то сбился со счета, ну, по-моему, четвертый день. Походу, мы более-неволей опять читаем. Потому что проходит очень сложно. Значит, у нас вот такое вот. Летнее проклятие отсутствия рыбы наконец-то сгорели, было снято. Мы с братом, ну, первый или второй день наловили немножко отсюда. Вот такой вот у нас улов. Сейчас мы его собираемся ждать. Да, переварить. Сбежали, да? Но там была супер радость такая, красивая, что Вадик героически собирал. Здесь типа подсобьем. А я выйду на память. Здесь красивейшая сосна. А тут на этом там лужевая, лужевая. Вот. Мы стоим на большом острове. Вот там мы с братом лидеры. И поставили сразу дождь. Вдруг появляется там. Озеро вообще свет, такое прикудило очень много камней в воде просто лежит. И очень много островов. А здесь вот получилось сюда. Сюда вниз, сюда с петелком, сюда с поворотом. Я играл. Что-то сейчас будет там происходить, который обрезался, режет что-то. Скоро будет кушать. Давай. Расскажи сначала. Вчера мы дневали. Сегодня решили встать пораньше. Это было где-то в 9:15. Вот. И решили быстро собираться. Произвели короткие жесты по территории. Набрали. На сцену нам на стоянку пришла группа подпухших из Берлина. Вот мы снимаем дарим и пошли дальше в сторону поселка Амбара. Вот это вот протока. Какая? А вот это растет. Изменяет два озера. Озеро Кулеса, оно стояли на большом острове. Так, озеро Пирс-озеро, которое мы продвигаемся. Светит солнце. Здесь очень теплый, все вглубают. Кроме лужи, тут толстый. Вот что-то. Какой интересный момент случилось дальше. Это мы стали покупать. Вот шинки, а все вот. Вот. Натали. Там, да. Покупал и поел первый. Вот здесь мы отправляемся дальше. Приходим. Следующее озеро называется оно Пирс-озеро, с которого дальше пойдем в сторону Амбара. Там подъемы. Мы пересекли все озеро. Вот здесь попали на вход в реку. Плохо. Слева. Тут и берега. Справа. Здесь же тоже. Очные низкие. Там наши. На фото стоит. Кто-то фотографирует.
Посмотрим, как получится. Открывается, видно, село Амбарное. Село или как там называется? Село или поселок? Поселок Амбарный. Да, поселок Амбарный. Отвоенный. Надеемся, вдруг там делают полный магазин, а вдруг там путинки, там здесь автомат.